Первая книга Паралипоменон, глава 2. Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Ир, Онан и Селом. Трое родились у него от дочери Шуевой Хананиенки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было 5. Сыновья Фареса — Есром и Хамул. Сыновья Зары — Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара. Всех их 5. Сыновья Харми — Ахан, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие. Сын Ефана — Азария. Сыновья Есрома, которые родились у него — Иерахмеил, Арам и Хелвай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза. Вооз родил Авида. Авида родил Иессея. Иессей родил первенца своего Елиава, второго Аминадава, третьего Самму, 4. Нафанаила, 5. Раддая, 6. Отцема, 7. Давида. Сестры их — Саруя и Авигея. Сыновья Саруи — Авеса, Иоав и Азаил, 3. Авигея родила Амессу, отец же Амессы — Иефер, измаильтянин. Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жри своей, и от Иериофы, и вот сыновья его — Иешер, Иовав и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халев Ефрафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Ури родил Веселиила. После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи 60 лет. И она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но гессуряне и сирияне взяли у них селение Иаира, Кенав и зависящие от него города, 60 городов. Все эти города — сыновей Махира, отца Галаадова. По смерти Есрома в Халев-Ефрафе жена Есромова Авия родила ему Ашхура, отца Фекои. Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были: первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара, она мать Онама. Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были Маац, Иамин и Екер. Сыновья Онама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая — Надав и Авишур. Имя жене Авишуровой — Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Малида. Сыновья Надава — Селед и Афаим, и умер Селед бездетным. Сын Афаима — Ищей. Сын Ищия — Шинан. Сын Шинана — Ахлай. Сыновья Иады, брата Шаммаева — Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана — Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмеила. У Шишана не было сыновей, а только дочери. У Шишана был раб, египтянин, имя ему Иарха. Шинан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, в жену,
и она родила ему Аттая. Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада, Завад родил Ефлала, Ефлал родил Авида. Авид родил Иеуя, Иеуи родил Азарию, Азария родил Хелеца, Хелец родил Елиасу, Елиаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума, Саллум родил Иакамию, Иакамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерехмаилова, Меша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона, Корей и Таппуах, Иркем и Шема. Шема родил Рахама, отца Иоркиамова, а Иркем родил Шаммая. Сын Шаммая — Маон, а Маон — отец Бефцура. Иефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза, и Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая — Ригем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. Наложница Халевова — Маахар родила Шевера и Фирхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивею, дочь же Халева — Ахса. Вот сыновья Халева — сын Хур, первенец Ефрафы, Шавал — отец Кириаф и Арима, Салма — отец Вифлеема, Харев — отец Бефгадера. У Шавала отца Кириаф и Арима были сыновья Гарое, Хаци, Гал-Мен-Юхот. Племена Кириаф и Арима — Ифрияне, Футьяне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештоаляне. Сыновья Салмы — Вифлеемляне и Нетофафяне. Венец дома Иоавова и половина Менухатян — Цоряне. И племена соферийцев, жившие в Иабеце, тирейцы, шемейцы, сухайцы — это киняне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрахава.